Несмотря на все трудности, которые переживает модная индустрия, Long Fashion Weekend 2020 в Челябинске все же состоялся. Об изоляции и мировом кризисе напоминали разве что стильные косынки на лицах девушек. Показ «Осень-зима» был посвящен природе. Гостей пригласили в прекрасный осенний лес. Возвращение к корням, к себе, к своей природе своего тела, к природе своей души. Во время пандемии многие поняли, что как важно выбираться на природу, побыть наедине с самим собой, с природой, насколько это восполняет, исцеляет. Видим все через призму природы, вдохновляемся природой, используем зачастую натуральные ткани. Тема природы, экология – это такие нейтральные цвета. Нежные, натуральные. Цвета, которые изначально создались природой. Это песок, это вода. Ну, оттенки, которые окружают нас, наши глаза привычны к этим цветам. Никаких кричащих. И самый яркий, наверное, это красный. Это красный классический, который у нас, мы привычно видим в красном маке. Пока одни дизайнеры вдохновлялись спокойными тонами земли и неба, другие отыскали в природной гармонии свои цветовые решения. Но природа у всех разная. Природа – это не всегда натуральные оттенки. Для меня природа – это природа яркие оттенки. Это яркие ядовитые цветы. Это вот анималистичный принт. Вот у меня очень много в коллекции принта зебры. Да, Дербенцева вот Татьяна. А у нее, мне понравился образ, там такой салатовый свитшот, яркий, кислотный, там платок отстегивающий. Ну, я просто люблю все такие темы многофункциональные. Как и всегда, место встречи было провокационным. Из золотого леса зрители перенеслись на спортивную площадку. Советский спортзал наполнился шумом листвы и началось стильное шоу. Мы рассматривали разные локации, и нам важна была близость к природе. Эта локация находится в самой природной точке Челябинска, в Бару. Соответственно, и часть показов будет проходить именно на природе, поэтому мы определили именно эту локацию. Для дизайнеров спортивная площадка стала еще и символом борьбы и силы воли. Конечно, это спорт в том плане, что даже ты сам с собой постоянно ты хочешь быть выше даже вчерашнего себя. Сейчас площадка выбрана интересная, неординарная и показывает силу воли, стержень каждой женщины. Потому что женщина на самом деле должна все успевать, да, и реализовываться, и быть в семье, и рожать детей. Поэтому не слабый пол. Любовью к природе было пропитано все – образы гостей, коллекции дизайнеров, материалы и цветовые сочетания, декорации и постеры. У меня есть идея, я ее воплощаю, и все, что от этой идеи остается, превращается в новую идею. То есть у меня все циклы создания одежды, они практически безотходные. То есть мы не выкидываем ни одного кусочка ткани, а иногда из этого рождаются просто очень классные фишки. В коллекциях этого сезона угадывался и тренд на удобство в одежде и свободный крой. Сейчас одежда максимально комфортна и приближена к нашим реальным делам, которые в повседневной жизни нас встречают. Люди стали ценить комфортные отношения, комфортную одежду и комфортную жизнь еще сильнее. И это всегда будет главным мотивом вот этого сезона и года, и, наверное, ближайших 5. Тренд на кожу, на бархат, на яркие цвета актуальны. Например, у нас костюм вот в цвете, в фиолетовом цвете в бархате. Также у нас шуба из овчины в ярком цвете, желтом. Наша коллекция «Осень-зима» использовали бахрому. То есть мы следим за подиумами мировых брендов и используем тоже, применяем в своих коллекциях.
Не все дизайнеры принимают участие в показе, некоторые побаиваются, а другие усиленно готовятся к следующим сезонам. Делаем детали. Акцент на грудь. Вот многофункциональные наши вещи, которые можно легко отстегнуть в карманы, можно легко отстегнуть в пояс, и рубашка превратится в базовую. Мне позвала вообще подруга. Конечно, модой я интересуюсь, но так, конечно, поверхностно, не углубляясь. Ну, для меня такой перформанс, так скажем, побывать здесь, увидеть что-то новое, посмотреть на людей, себя показать. Я просто вот люблю все вот это вот, все интересное, яркое, искрящееся. Мне просто классно от этого. Мне понравилось то, что мы на улице сидели, были проходки девушек вот этих. Я не могу сказать, что я запомнила какую-то конкретную коллекцию. В целом, ощущение такое помпезное. Сезон «Осень-зима 2020» самого модного мероприятия Long Fashion Week стал по-настоящему особенным. Природа вдохнула в коллекции дизайнеров свободу и легкость, а стены спортзала напомнили о той силе, которая помогла, вопреки всему, насладиться творчеством талантливых людей.